В Клайпеде уже несколько лет действует индустриальная система товародвижения. Продукция развешивается, упаковывается и укладывается в контейнеры уже на предприятиях, выпускающих продовольственный товар. Это позволило механизировать погрузочно-разгрузочные работы, значительно сэкономить площадь подсобных помещений магазинов и за счет этого расширить торговые залы. И вот результат. За несколько лет товарооборот вырос почти на 30%, а посетитель затрачивает на покупку считанные минуты. Правда, не везде еще так. Процесс перестройки идет непросто. И все же рачительный, хозяйский подход к делу все настойчивее пробивает себе дорогу.